Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как снизить расход топлива на автомобиле. Вот смотрите, расход 6,8. Сейчас сфокусируется. Расход 6,8 – это расход по городу. Автомобиль Hyundai Solaris 1,6 литра. Для того, чтобы снизить расход топлива, я заправляю 92-й бензин. Вот, и на 40 литров бензина добавляю 1 литр либо ацетон, либо 1 литр white spirit. Вот, сейчас я вам дальше покажу, что нужно делать. Для того, чтобы снизить расход, нам понадобится вот такая лейка. Через нее заливается бензин. И понадобятся вот такие вот бутылки white spirit. Полностью литр заливаете, и 1 литр white spirit идет на 40 литров бензина. Для того, чтобы все хорошо перемешалось, мы сначала ждем, пока у нас полбака останется, после чего заливаем перед заправкой через лейку white spirit литр, после чего сверху 92-м бензином до полного бака доливаем и сбрасываем расход топлива и смотрим, насколько он у нас изменится. У меня лично вот расход 6,8, город в основном идет. Пользуюсь уже где-то полгода этим методом. Попробуйте. Пока никаких проблем нету. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока.